Масштабная чистка и поиски оборотней в чинах, паразитирующих на государственной системе, продолжаются. Под прицел правосудия все чаще стали попадать не только рядовые сотрудники, но и руководители высших инстанций. Большая облава на оборотни сейчас проходит в ОМВД Таганрога. Сотрудники собственной безопасности МВД ЮФО проводят многочисленные обыски и задержания по делу о 40-миллионной взятке. На текущий момент уже задержан замначальника отдела, а также ряд других коррупционеров. В ближайшие дни мы ожидаем публикацию новых громких имен по этому уголовному делу. Хорошие новости приходят из Новосибирска. Там на взятки попался заместитель главы администрации Кировского района по экономике и доходам Андрей Шишкин. Также на этой неделе Следственный комитет Оренбуржья возбудил уголовное дело в отношении заместителя министра культуры Оренбургской области. Анатолий Чахеев подозревается в получении взятки в крупном размере. Также на взятках были пойманы трое судебных приставов по Брянской области, которые находятся сейчас в следственном изоляторе. Очевидно, что масштабная чистка происходит на всех уровнях. Задержанных на этой неделе оборотней ждут уголовные дела, а также конфискация имущества. Благодаря активной работе по выявлению взяточников мы все же сможем приблизиться к более законной и справедливой общественной жизни. Что вы думаете на этот счет? Напишите в комментариях.